Эксклюзивное интервью с министром энергетики Азербайджана Первизом Шахбазовым. До 2050 года мы планируем получить там чистые нулевые углеродные выбросы. Как проекты по восстановлению в Карабахе повлияют на развитие зеленой энергетики? Генерируемая электроэнергия из зеленых источников будет превышать уровень потребления. Какие перспективы открывает Зангезурский коридор для энергетического рынка? Возможность для транспортировки как нефти, так и нефтепродуктов. Значимость проекта «Южный газовый коридор». Данный трубопровод стал еще более интересным с коммерческой точки зрения. Эти и другие темы в передаче «Финтаймс» и «Карбарен». Смотрите на CBC 31 декабря в 18:00.